Добрый день, уважаемые зрители. Московское время 16 часов. Начинаем нашу трансляцию «Среднесрочный анализ валютных курсов». С вами Эдуард Сунгатуллин. Я жду вашей реакции, ваши плюсики будут говорить о том, что трансляция идет нормально. И как только я увижу, что все хорошо, мы с вами начнем наш обзор. Так, я жду, когда вы отреагируете. Вижу, что все хорошо. Начнем, как обычно, с просмотра макроэкономической статистики. Посмотрим, что сегодня уже выходило и что нас с вами ожидает. Большинство новостей уже отзвучали, но кое-что еще осталось в 17 часов, но об этом по порядочку. Итак, рано утром вышли данные по Австралии. Индекс активности в производственном секторе оказался лучше значительно, чем в предыдущий отчетный период. До этого был 44,2, ниже некого такого пограничного среднего значения 50, да, теперь поднялся выше 50,4, это, несомненно, позитивный фактор. Данные по инфляции годовые и месячные оказались чуточку лучше прогнозных значений. Продажи новых домов существенно увеличились, выросли в частности на 0,5%, до этого было падение на минус 2,3%, и индекс числа вакансий существенно сократился, если до этого были пересмотрены значения 1,2%, то теперь минус 0,4%. Серьезно как-то на эти данные австралийский доллар не отреагировал. Скорее всего, это связано с тем, что рынок по большому счету ожидает решение по процентной ставке, которое состоится завтра, и, соответственно, будет еще и сопроводительное заявление Банка Австралии относительно видения текущей экономической ситуации в Австралии и перспектив по кредитно-денежной политике. Сегодня вообще весь день прошел и проходит под знаком деловой активности в производственном секторе. Вот дальше у нас в 4.35 по Японии индекс деловой активности в производственном секторе оказался чуточку хуже предыдущего значения. До этого было 51,4, вышел 51,2, но какого-то влияния на японскую иену это не оказало. Опять же, на этой неделе по Японии один из ключевых моментов – это выступление главы Банка Японии господина Куроды, и Банк Японии опять же озвучит свое видение текущей рыночной ситуации и состояния экономики Японии. По Китаю данные PMI оказались хуже, чем в предыдущий отчетный период. До этого был рост 48,2, теперь 47,8. Вот. Но того влияния, которое раньше оказывало данные по китайской экономике на азиатские рынки, теперь этого не происходит, и поэтому данные по Китаю остались как бы вне поля зрения участников рынка. Реакции никакой не было. Вот. Ну а в целом можно сказать, что пока что дела в китайской экономике развиваются не очень хорошо, и в частности вот по деловой активности в производственном секторе данные обстоят не лучшим образом, хотя значение, конечно, лучше 50, это, в общем-то, своего рода небольшой, но тем не менее позитивчик. А, извините, 51 это было по Японии, по Китаю у нас 47,8. Тут дела значительно хуже. Если до этого было 48,2, то теперь вообще 47,8. Это, конечно же, негатив для Китая. Но поскольку Китай одна из ведущих мировых экономик, то в целом, в общем-то, это достаточно позитивно сказывается на всей мировой экономике. Я бы не сказал, что это даже для прямых конкурентов китайской экономики было бы позитивным фактором, поскольку в целом это будет оказывать понижательное давление на темпы роста мировой экономики в целом. Далее, по Японии 8.00 были продажи транспортных средств, годовые данные очень сильно снизились. Продажи до этого был рост в 5,4%, теперь показатель ушел в минус на 1,3%, что действительно же однозначно является негативным фактором. Далее, в 10.30 деловая активность швейцарская, значительно хуже и оптимальных значений, и средних значений. Если ждали роста 50,7, то получили 48,7. Но как бы существенно, опять же, влияние на курс швейцарского франка это не оказало. Далее у нас пошли данные по Германии и по еврозоне. То же самое деловая активность в производственном секторе. Сначала по Германии в 10.55 по данным Market значение оказалось на 8%. На 3,3 лучше, чем ждали по прогнозу, ждали 51,5, получили 51,8, 0,3 в плюсе. И то же самое касается индекса деловой активности в производственном секторе по еврозоне. В 11.00 вышли данные, здесь ждали 52,2, получили 52,4, тоже позитив. И определенную поддержку европейской валюте это немножко оказало, но каких-то существенных
движений, конечно же, не было. В 11.30 вышли данные по Великобритании, то же самое индекс деловой активности в производственном секторе, оказался лучше прогнозного значения, но то же самое, как и по предыдущим показателям, существенных каких-то движений не было, тем более, что для Великобритании ключевой показатель будет позже на этой неделе, это решение Банка Англии относительно процентной ставки и относительно объемов выкупаемых активов, которые до настоящего момента были на уровне 375 миллиардов. Посмотрим, что будет в этот раз, но об этом поговорим позже, когда у нас подойдет время. Далее, в 15.30 индекс цен расходов на личное потребление по Соединенным Штатам, показатель немножко вырос с 0,2 до 0,3. Личные доходы за месяц выросли. Было пересмотрено предыдущее значение до 0,4. Показатель остался тем же самым, хотя ждали его небольшое снижение до 0,3. Вместо этого получили рост по отношению к прогнозному значению, но по отношению к предыдущему показатель остался без изменения. В это же время основной индекс расходов на личное потребление месячные данные совпал с прогнозным значением. Ожидали роста на 0,1%, то же самое получили. Личные доходы у нас были позитивными, с расходами они совпали с прогнозным значением. Расходы ждали роста на 0,2%, они у нас по факту именно так и выросли. При этом пересмотрели предыдущее значение, здесь у нас рост на 0,7%. Основной индекс расходов на личное потребление, годовые данные, совпал с предыдущим значением, которое было пересмотрено. А впереди нас с вами ожидает деловая активность в производственном секторе по данным Market. Буквально через 38 минут, 53,8 было предыдущее значение, столько же ожидает по прогнозу, и будем смотреть, что будет выходить по факту. Совпадение с прогнозным значением практически никакой реакции. Если значение окажется лучше, чем ожидали, то может быть, хотя бы немножечко это окажет поддержку американской валюте. А вот дальше в 17.00 у нас деловая активность в производственном секторе по данным ISM. Это показатель, на который рынки как раз, скорее всего, будут обращать внимание. Вот. И, судя по прогнозному значению, у нас ожидается то, что показатель выйдет без изменения. А вот индекс постепенного разгона инфляции, здесь ожидается небольшое снижение. Если до этого было 49,5, то здесь 49 ровно. Это тот самый показатель, на который обращает внимание, как бы учитывая состояние дел именно в производственном секторе. Это показатель, на который рынки обращают обычно внимание. Далее, сегодня в 17.50 выступление члена комитета открытого рынка господина Пауэлла, который вполне возможно расскажет свое видение текущей рыночной ситуации, какой видит он американскую экономику и его видение дальнейших действий американского регулятора по процентной ставке. Когда же это произойдет? В сентябре, в ближайшее время, в конце года, или же, так как говорят некоторые члены комитета открытого рынка, цикл повышения процентных ставок, возможно, будет отложен еще и до следующего года. Мы с вами не будем гадать на кофейной гуще, подождем, что скажет господин Пауэлл, а завтра уже постараемся подвести итоги его выступлению. В 20.30 у нас общий объем продаж транспортных средств. Здесь ожидается небольшое увеличение. Это, естественно, будет позитивно. Если действительно данные окажутся хорошими, это может оказать, пусть небольшую, но тем не менее, поддержку американскому доллару. Вот весь объем новостных показателей, которые выходят сегодня. Дальше этого мы с вами не пойдем. Данные на неделю будем смотреть завтра, как это обычно мы с вами делаем. Сейчас же у меня к вам вопрос, что не ясно, что непонятно по текущим показателям. Если у вас есть какие-то вопросы, напишите, пожалуйста, коротенькое слово «есть», затем задайте свой вопрос, я постараюсь на него ответить. Если же вопросов нет, то мы с вами посмотрим, как ситуация выглядит с технической точки зрения. Так я жду, когда вы отреагируете. Какова будет ваша реакция? Если есть вопросы, то их, не стесняясь, задаем. Если же вопросов нет, ставим плюсик и посмотрим технику. Вопросов нет. Идем дальше, смотрим, что нам скажет технический анализ. Как обычно, начинаем с нефтяных котировок. За те две недели, которые меня не было, нефть существенно снизилась. Если раньше нефть марки WTI торговалась где-то в районе 50 долларов за баррель, то теперь она практически опустилась до 45, без чуть-чуть. Ну и то же самое практически происходит с нефтью марки Brent. То же самое, посмотрите, да, если здесь была торговля в районе 56 долларов, то теперь в районе 50 идет. То есть практически на 5 долларов подешевели котировки и той, и другой марки нефти.
Вот. Но если же говорить о дальнейших перспективах, то очень хорошо на недельном графике видно, да, что здесь совсем немножечко осталось до предыдущего дна, то есть еще буквально долларов 5, и вполне можно будет ожидать, что движение немножечко хотя бы чуть-чуть застопорится, да, и на уровне двойного дна у нас либо произойдет какая-то стабилизация ценовых котировок, либо, возможно, даже произойдет некий отскок. Вот если смотреть марки WTI, то же самое, да, картиночка достаточно схожая, практически в районе 5 долларов еще есть у нас люфт определенный, а дальше уже будем смотреть. Если цены опустятся ниже, пробьют эти уровни, значит, вполне возможно, будет иметь смысл говорить о дальнейшем движении вниз нефтяных котировок. Если же этот уровень, являющийся уровнем поддержки, оказывает действительно поддержку нефтяным котировкам, вполне возможно, увидим с вами какой-то разворот, и вполне возможно, что цены после хотя бы кратковременного движения вбок вполне возможно развернутся и будут двигаться в противоположном направлении. Но мы с вами не будем гадать на кофейной гуще, да, будем смотреть фактом в лицо. Еще раз повторюсь, по той марке, по другой у нас около 5 долларов еще движение есть. Вот сейчас же совершенно однозначно видно, да, что здесь идет мощное нисходящее движение. Быстрое скользящее среднее находится под медленной, и, в принципе, пока что ничто не говорит о том, что готовится какой-то разворот, кроме того фактора, о котором мы только что с вами говорили. Да? Это вот предыдущий минимум, на который, скорее всего, трейдеры будут обращать внимание, поскольку действительно значимый ценовой уровень, он достаточно еще и кругленький к тому же, да, в районе 40 долларов за баррель, наверняка трейдеры его вспомнят. Это так у нас обстоят дела с нефтяными котировками. Теперь смотрим на индекс американского доллара. Он торгуется вблизи уровня 97.65. Вот мы его с вами отмечали, да, это вот тот максимум, который здесь был. Это у нас с вами среднее значение цены американского доллара за месяц. Цены чуточку выше находятся, но не двинулись наверх, как вполне возможно это произошло, если бы американский регулятор уже вполне четко и однозначно говорил о том, что он намерен в ближайшее время повышать процентные ставки. То есть мы с вами однозначно можем сделать вывод, что Федрезерв делает все для того, чтобы тот процесс, о котором уже очень давно говорят, повышение процентных ставок, не оказал того негативного влияния на американский доллар, поскольку если доллар будет достаточно серьезно укрепляться, то это может помешать экспортно-ориентированным отраслям американской экономики. Вот чтобы этого избежать, они стараются очень мягко войти в этот цикл повышения процентных ставок. Здесь все разумно, все логично. Теперь смотрим на шестерку мажорных валютных пар, которые составляют этот самый индекс американского доллара, и, как обычно, начинаем с пары евро-доллар. Так, вот так у нас выглядит недельный график. Было боковое движение. В принципе, движение пока что, цены не покинули вот этого боковика, поэтому вполне имеет смысл его чуточку продвинуть дальше, вот таким вот образом, да, поскольку нет причин говорить, что этот боковик закончился. Это у нас максимумы, это минимумы. Вот сейчас цены находятся где-то в серединочке этого самого боковика. На месячном графике видно, что цены не достигли еще своего минимального значения, к которому они могли стремиться, судя по вот этому ценовому разбросу нашего с вами ценового канала. И здесь очень недалеко остается паритет, но в текущий момент это чуть менее 10 фигур, если быть точным, 960 пунктов движения до паритета. Если же смотреть формализованно с точки зрения консервативной трендовой торговой системы, то ситуация выглядит следующим образом. Тренд нисходящий в фазе импульса, а здесь у нас восходящий в фазе отката. Поэтому по евро-доллару у нас пока что ситуация неопределенности, и мы с вами вынуждены констатировать, что по евро-баксу на текущий момент мы не можем с вами склониться ни к покупкам, ни к продажам, а спокойненько наблюдать в качестве сторонних наблюдателей ситуацию, поскольку здесь нет ярко выраженной доминанты, ни бычьей, ни медвежьей. Поэтому по евро-доллару остаемся вне рынка. Поскольку здесь ситуация достаточно однозначная и не позволяет никаких двусмысленностей и каких-то двояких трактовок, поэтому идем сразу с вами дальше и смотрим следующую валютную пару, британский фунт к американскому. Что у нас здесь с вами? Тренд восходящей фазе импульса. Теперь остается посмотреть, что говорит гистограмма. Здесь у нас рост выше нулевой отметки 56.71, а следующий закрытый день 62.91. Тренд восходящей фазе импульса, поэтому по британскому фунту сегодня совершенно однозначно день покупок. То есть британский фунт позволяет нам его покупать совершенно однозначно, безо всяких оглядок. Нет никаких отягчающих обстоятельств в виде диверов,
здесь все достаточно стандартно, поэтому открываем внутреннюю структуру, смотрим, что у нас здесь происходит. Идет волна отлива, поэтому мы ждем, когда отлив закончится, и на начале формирования приливной волны по сигналу осциллятора в покупку определим, когда же наступит момент входа. На 4-часовом таймфрейме должна быть закрытая свечка, и на этой закрытой свечке должен быть четкий сигнал в покупку. Если это произойдет, вы поймете, да, вот он наступил момент входа, после чего нужно будет открыть часовой таймфрейм и подождать еще и бокового движения, узковолатильного, так называемой консолидации. Если все условия выполняются, ставите отложенный приказ buy-stop и определяете точку выхода, где будете выходить стоп-лосс. Если хотя бы одно из условий не выполняется, значит сделка отменяется. Если все сойдется и вы, исходя из правил управления капиталом, сможете поставить свой стоп-лосс, еще раз отквалифицируйте свою сделку на соответствие правилам управления капиталом, поскольку ценовой ориентир в этой сделке у вас будет следующий. Верхняя граница ценового канала на текущий момент записываем 1.5820. Вот примерно такая цель по британскому фунту, который у нас с вами стерлингов. Какие у вас будут вопросы, что не ясно, что непонятно, жду вашей реакции по британской валюте, пожалуйста, отреагируйте. Если есть какие-то вопросы, не стесняйтесь, обязательно задавайте, я постараюсь на ваши вопросы ответить. Итак, жду, когда вы отреагируете. Делаю небольшую паузу, дабы вы могли ответить, поскольку у нас, видимо, происходят определенные задержки во время нашего с вами общения. Вы меня слышите с небольшой задержкой и видите, и, соответственно, точно так же с небольшой задержкой, наверное, я делаю предположение, доходят ваши отклики, когда вы пишете в чате. Поэтому я сознательно делаю паузу, жду, когда все-таки хотя бы какая-то реакция от вас пройдет в чате. Реакции пока что никакой нет, но, исходя из опыта, делаю предположение, что, скорее всего, вопросов нет, поскольку если бы вопросы были, то, наверное, вы бы уже давно написали слово «есть» и свои вопросы задавали. Поэтому идем с вами дальше, смотрим следующую валютную пару. Это австралийский доллар к американскому. Что у нас здесь с вами? Итак, ситуация следующая. Тренд нисходящий в фазе импульса, а здесь тренд восходящий. Трендовые индикаторы просто впрямую друг другу противоречат. Если здесь у нас ярко выраженная медвежья доминанта, то здесь доминанта бычья. И поскольку они друг друга поглощают, значит, мы делаем вывод, что по австралийской валюте мы сегодня не имеем права торговать, а находимся вне рынка. Это значит, что сегодня день бамбука, курим бамбук, сделок не совершаем. И можно будет торговать только по другим валютным парам, по которым будет торговый день. Повторюсь, по австралийцу день сегодня не торговый. Итак, идем с вами дальше, смотрим следующую валютную пару из триады прямых котировок. Начинаем, как обычно, с японской иены. Если посмотреть недельный график, то очень давно уже японская иена никуда не движется. Побывав на уровне 125.74, она оттолкнулась и касалась своего предыдущего уровня, который у нас с вами был отрисован. 120,5 йен за один американский доллар. И от него оттолкнувшись, цены ушли вверх. И вот две недели очень узковолатильной торговли были. Скорее всего, опять же, сейчас рынки ждут, что скажет Центральный банк Японии и его глава господин Курода в своем заявлении на этой неделе относительно дальнейшей кредитно-денежной политики Банка Японии. Если же брать формализованно, что мы с вами здесь наблюдаем? Тренд восходящий в фазе импульса, и то же самое подтверждает индикатор ОСМА. Посмотрите, пожалуйста, если здесь у него было значение 0.044, то здесь 0.0118, то есть гистограмма растет, находясь выше нулевой отметки. То есть здесь однозначно совершенно день покупок. Вариантов никаких нет. Значит, мы с вами по японской валюте можем говорить только о покупках. Больше никаких вариантов у нас с вами нет. Теперь смотрим внутреннюю структуру, что здесь происходит. Здесь была волна прилива. Мы ждем, когда прилив закончится, потом ждем волны отлива. В данном случае отлив – это движение вниз или вбок. Когда отлив закончится, дожидаемся начала формирования новой приливной волны. Это означает, что на 4-часовом таймфрейме на закрытой свечке у нас должен быть четкий сигнал осциллятора в покупку. Как только
сигнал сформируется, вы поймете, да, вот он, момент входа наступил, значит, откроете дальше часовой таймфрейм, и здесь еще нужна будет консолидация. И только в том случае, если все-все-все условия выполнятся, значит, вы поставите отложенный приказ buy stop, определите точку выхода, где вы будете выходить стоп-лоссом, и в качестве ценового ориентира верхняя граница ценового канала берем ручки и записываем для японской иены на текущий момент это значение 125 йен и еще 36 сен за 1 американский доллар. 125-36. Какие у вас будут вопросы, что не ясно, что непонятно, жду вашей реакции по японской валюте. Здесь читаю вопрос, который с большой задержкой нам написали. Простите, что спрашиваю с задержкой. По фунту вы сказали верхнюю точку канала, а какая у него нижняя точка? Не совсем понимаю, зачем вам это нужна нижняя точка для британского фунта, когда у нас здесь день покупок. Ну, коль уж вопрос задан, давайте на текущий момент я вам отвечу. На текущий момент это 1.5538. 1.5538. Итак, жду ваших вопросов по японской валюте. Жду, когда вы отреагируете. Вопросов нет, идем с вами дальше. Смотрим швейцарский франк. Это та валюта, которую я не рассматриваю в широком горизонте, поскольку у нас был очень сильный рывок, когда Национальный банк Швейцарии отменил свой ключевой уровень по паре евро-франк, соответственно, и по доллар-франк тоже было мощное движение, поэтому здесь мы сразу смотрим только то, что нам говорит дневной таймфрейм. Итак, тренд восходящий в фазе отката, и то же самое подтверждает индикатор СНА. То есть по швейцарскому франку у нас с вами совершенно однозначно не торговая ситуация. Сидим на заборе, курим бамбук, сделок не совершаем, безо всяких вариантов. Даже не обсуждается, даже не уговаривайте. Идем дальше, смотрим канадца. Что у нас по канадцу? Растет уже на протяжении нескольких недель подряд. Все это обусловлено очень простым фактором снижения нефтяных котировок. Снижается цена на нефть, снижается стоимость канадской валюты, поскольку она очень и очень нефтезависима. Мы уже миллиард раз об этом с вами говорили. Да? Прямая зависимость. Теперь смотрим. Формализованно с точки зрения трендовой консервативной торговой системы, что мы здесь с вами наблюдаем? А наблюдаем мы с вами следующее. Тренд восходящий в фазе импульса, а здесь тренд все еще остается нисходящим в фазе отката. Поэтому на сегодняшний день ситуация не торговая, но если ситуация сильно не изменится, то завтра, если гистограмма останется положительной, можно говорить будет о покупках. Пока что сидим на заборе по канадцу и курим бамбук, и сделок не совершаем. Мы закончили с вами обзор шестерки мажорных валютных пар. Дальше смотрим следующий финансовый инструмент, это золото. Посмотрите, насколько сильно изменилась ситуация с последнего момента, когда мы с вами встречались. Я убираю старый уровень Дон Чана, поскольку он уже не актуален. Переношу нижний уровень Дон Чана к минимуму этого месяца. Верхний уровень у нас оказывается на... Сейчас буквально мгновение, подождите, пожалуйста. На уровне максимума предыдущего месяца. Это хай вот этой свечки. И сейчас мы с вами проведем полтинничек более... Четко воспользуюсь функцией уровня Фибоначчи. Итак, проводим полное законченное движение, его измеряем. И вот наш с вами полтинничек как раз находится вот здесь. Поэтому совершенно четко проводим 50-процентную линию. И вот что у нас получается по этой торговой системе черепах. Фильтры смотрят вниз, это однозначно говорит о том, что мы отдаем предпочтение сделкам только на продажу. Верхний уровень, нижний уровень, но мы с каждым днем буквально с вами будем понижать вот этот вот самый верхний уровень Дон Чана, и произойдет то самое пресловутое выпаривание черепахового супа, да, то есть уровни будут все ближе и ближе подходить друг к другу, и в конце концов, буквально через неделю, максимум через две, мы с вами окажемся в ситуации, когда уровни очень близко сойдутся друг к другу, подойдут, и вот здесь вот выхлоп из этого. Выстреливание из этого уровня будет достаточно мощным, как правило, так оно и бывает, да, как только уровни сходятся, и чем дольше финансовый инструмент находится в границах этого боковика, тем мощнее потом бывает выхлоп. Во всяком случае, на текущий момент, поскольку у нас с вами картиночка такой, какой мы с вами наблюдаем, это
движение вверх, отскок от полтинничка и возможность сварить полпорции черепахового супа с движением к ценовому уровню $1077 и еще 20 центов за одну тройскую унцию. Вот такая у нас с вами цель по золотым котировкам. Мы закончили весь среднесрочный консервативный анализ. Какие у вас будут вопросы, что не ясно, что непонятно, я жду вашей реакции. Пожалуйста, отреагируйте. Если есть вопросы, пишем коротенькое слово «есть». Если вопросов нет, то ставим плюсик. Для тех, кто впервые посещает наши занятия, хочу сообщить вам следующее. Что для того, чтобы лучше понимать то, о чем мы здесь с вами говорим на этих обзорах, я очень рекомендую вам посетить бесплатные семинары, в частности, новостной фундаментальный анализ, где рассказывается, как нужно читать, трактовать макроэкономические показатели, и технический анализ, индикаторные методы. Все, кто впервые, welcome. Прошу посетить эти курсы. Поскольку вопросов нет, давайте мы с вами будем прощаться. Я благодарю всех за внимание. С вами был Эдуард Сунгатуллин. До свидания. Всего вам доброго. Я желаю вам удачи. Будьте внимательны, осторожны, берегите себя. Удачи всем.